В рамках мирового турне в Ярославль приехали театралы из Швейцарии. Первый спектакль, поставленный прославленным режиссером Даниэлем Финце-Паской «Донка», увидели особенные зрители – люди с ограниченными возможностями здоровья. Международная постановка развернулась на сцене Волковского театра в рамках Чеховского фестиваля. Спектакль «Донка» рассказывает о творчестве писателя языком драмы и комедии, цирка и акробатики. Приглашение в театр для лиц с инвалидностью – это очень важно, потому что у них редко получается у многих выйти из дома, тем более выйти на какое-то культурное мероприятие. Новые впечатления, которые достаточно долго будут помнить и дети-инвалиды, и молодые, и взрослые инвалиды.